второй разговор из цикла «Бесед о национальных художественных школах европейских» мы посвящаем Германии, германской художественной традиции, но по контрасту. В прошлый раз мы говорили об итальянской культуре, и, естественно, контрастней всего к ней воспринимается германская, немецкая культура. А в контрасте всегда выпукли видны различия, собственно, то, что мы и стремимся выяснить в результате наших бесед. В качестве заставки, ну вот я иногда так делаю, хочу показать два таких музыкальных номера детских. Это детские голоса. Это оправданный ход, потому что ребенок, ну мы сейчас не про детское пение, естественно, все, ребенок, естественно, сам не пережил тех чувств, о которых он поет, но вот эта детская способность к имитации, к повторению, которую мы потом все утрачиваем, она позволяет, ну, как вот, знаете, в таком увеличительном стекле увидеть, например, в исполнении Робертино Лоретти, да, итальянского знаменитого в свое время исполнителя, увидеть вот все те качества исполнительской итальянской манеры, о которых мы так долго говорили в прошлый раз, и они вот здесь так легко непосредственно воспроизведены. Sotto la colonna della torre antica una rondine amica. Тут что интересно, детский голос в католических странах, традиция детского пения, естественно, довольно развита, и к этому многие привыкли, и к высоким вот детским мальчишеским голосам до процесса еще, когда вот появляется настоящий голос. Тут что интересно, ну, его, конечно, уникальные какие-то действительно вокальные были данные, поскольку у него этот детский голос обладает ярко выраженным таким южным итальянским тембром. И поэтому он так легко воспроизводит манеру исполнения, принятую в Италии. Вы обратите внимание на то, как вот он подает звук, на то, как сам держится. Хотя это такой, так сказать, фрагмент из фильма, это музыкальный клип. Но самое главное, поражает легкость ведения партии. То, как легко и непосредственно он меняет темп, это ведь это так, как вот просто, ну, не знаю, птица поет, да? Только внимательное выслушивание позволяет понять, что это довольно сложное мелодический рисунок у песни, и на самом деле за этим стоит труд, это не так все просто. Но то, что мы видим, это поражает и окутывает нас вот этой очарованием просто этого южного пения. Ну, вы обратили внимание, конечно, с какой легкостью звучит голос исполнителя, и вот поразительно вот это ощущение естественности, абсолютной импровизационности, вот,
исполнения, кажется, что ему ничего не предшествовало, не было никакого труда, ни репетиции, вот просто взял и запел, да, вот просто на наших глазах. Вот это ощущение импровизационности, это, конечно, марка, свидетельствующая о принадлежности к итальянской певческой культуре, но мы у Паваротти это видели, это вот он, конечно, абсолютно в лоне этой культуры, это главное. А по контрасту, вот сейчас послушаем немецкого мальчика. И в Германии традиционно протестантская страна, и традиции детского пения в протестантизме тоже ведь есть, но не так сильны, конечно, как в католичестве. Но часть областей Германии, Бавария, Австрия, вот они традиционно входят в ареал и до сегодняшнего дня католической культуры, и там эти традиции развиты. Вот этот исполнитель, которого мы сейчас послушаем, мальчишка, ему 14 лет, он из Баварии, в местном хоре поет, его отец руководитель, и отец дирижирует. И он исполняет не такую вот как бы романсовую песню, которую пел Робертино Лоретти, а очень трудную, и это не каждый певец под силу, партию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» Моцарта. Партия, ария, рассчитанная на колоратурное сопрано. Это, там есть очень трудный ряд технических трудностей. Вообще, когда это слушаешь, думаешь, вот и Моцарт это написал якобы для партию для своей своячницы, эту арию, у которой были такие возможности, но иногда кажется просто, что он втайне был там, не знаю, женоненавистником, потому что это, конечно, истязание такого человеческого голоса, немыслимое в итальянской культуре, а это Моцарт, это не, это австрийский художник, где все помягче, это не... И в партии есть несколько очень серьезных трудностей, там несколько раз исполнительница должна взять очень высокую ноту, фа третьей октавы, и мальчишка это пытается делать. У него еще голос не оформился, у него дисконт, и поэтому, так сказать, он, его вот отец натренировал на исполнение этой очень сложной партии. Что нам очень важно посмотреть, вот как он преодолевает там технические трудности. Есть этот небольшой кусок, вот где, собственно, колоратурно, фиоритуры вот эти голосовые, а там есть несколько технических трудностей, и он готовится, и мы посмотрим, как вот он их исполняет. И финал партии, где повторяется там несколько раз это вот «Царица ночи» обращается к дочери, услышь, heard, heard, и он три раза повторяет это, и вот третий раз ему нужно взять очень высокую ноту. У него было в исполнении, как он скашивал взгляд в сторону отца. Понятно, что после выступления будет разбор ошибок. Вот от первого, вот от первой ноты до и вот завершения, до того, как вот он с облегчением вздохнул, это все абсолютно, конечно, прямо диаметрально противоположно тому, что мы видели у первого исполнителя, радостного, импровизационно легкого, как вроде бы вот
только сейчас спел и с такой же легкостью может петь что-нибудь другое. Здесь совсем другое. Здесь результат упорной работы, преодоление себя, собственной слабости какой-то физической, да, неумение, которое превращается с помощью труда и усиленных занятий в мастерство, в умение достичь поставленной задачи с помощью воли, труда, дисциплины. Вот все это, конечно, здесь прочитывается. И это как бы вот предваряет наше знакомство с особенностями немецкой художественной культуры. Итальянская культура, конечно, оказала огромное влияние на все европейские культуры и все европейские национальные традиции, но особенно в эпоху Возрождения, да, и как бы оплодотворила каждую из этих культур и способствовала расцвету искусств и во Франции, и в Нидерландах, и в Англии, и в Германии. Но в Германии вот эта тяга к Италии при такой максимальной разнонаправленности векторов этих культур, ну, вот как мы только что видели на примере значит, этих исполнителей, как ни странно, в Германии тяга к Италии проснулась гораздо раньше эпохи Возрождения, еще в конце вообще в 12 веке, да, конец 12, начало 13 века, император германский Фридрих Второй, вообще внук Фридриха Барбароссы, да, он перебрал один из основателей вот Священной Римской империи, который просуществовал до 19 века, и куда Италия, ведь отдельные области Италии входили. Он ведь перебрался на юг Италии, в Апулию, и там был двор его, да. Вот эта тяга туда, Дахин, в Италию. Мы знаем это об этой тяге по Гёте, конечно. В 19 веке это как бы сформулировал так поэтически, да? Туда уйдем, мой друг, скроемся в той стране. Мы это стихотворение знаем по блестящему переводу Тютчева, да? Ты знаешь, край, где мирт и лавр растет. Это первые строчки из знаменитого романса «Миньоны», из гётовского романа «На Вильгельме Майстере», «Кенс ду дас Ланд», «Ты знаешь край». «Кенс ду дас Ланд, во ди Цитронен блю». Туда с тобой хотела бы я укрыться, милый мой. И мы слушаем его в исполнении, в оригинале, в исполнении выдающейся немецкой певицы Элизабет Шварцкопф. Торин,
так это поразительно, что ну, во времена Гёте вот особенно это с новой силой вспыхнуло, вот это вот желание приобщиться к этой итальянской традиции. И тогда появились целые вообще колонии немецких художников в Риме, назарейцы так называемые. Да? И наш ведь Александр Иванов, который был в Риме, тоже тяготел как бы, к этой итальянской традиции, как и многие русские художники, пытаясь там найти секреты, отгадать вот загадку создания настоящего произведения искусства, достойного славы древних, да, Рафаэля, Тициана, Микеланджело. И поразительно, и Гёте как раз это вот заметил, эта тяга приводила к каким-то странным результатам. Северные люди, которые приезжали в Италию, и они всегда немножечко были шокированы поведением самих итальянцев, которые как-то так вообще... Но итальянцы ведь не ходят в музеи. Они жизнь предпочитают музеи. Да? А северный человек, приезжая, старается приобщиться к этим памятникам, и все о них знает, и все понимает. А вот когда надо создать такой памятник, и Гёте это прекрасно понимал, да, получается что-то совсем другое. И целая плеяда его современников, художников, которые создавали такие глубокомысленные, считалось в рафаэлевском духе, картины на тему единства двух сестер. Так и изображали две девушки такие вот, значит, фройленами, обозначавшие Италию и Германию. И они как бы вот в таком мирном единстве. Картины ужасающе скучные. Казалось, что это вот сродни рафаэлевским станциям, да, в Ватикане, которые ведь тоже построены по законам симметрии, но там все органично. Все естественно, да, а здесь надумано, сухо. Так, кстати, как и в законченной картине Александра Иванова вот «Явление Христа». Эскизы, подготовительные работы, они очень живые, они натурные, они действительно есть какие-то переклички с итальянской, венецианской традицией. На заключительном этапе это вот подводило, он, кстати, тоже был под влиянием этой вот, ну, вообще 19 век, да, который надеялся умом, рациональностью высчитать вот законы создания живого произведения искусства. И надо сказать, что для немцев это вообще, это их конек, конечно, да, умом проверить все. И за полтысячелетия до Гёте Дюрер ведь то же самое испытывал, да, это поразительно. Дюрер, такой почвенный немецкий художник, с ранней юности освоивший технику, ремесло и живописца, и графика, гравера, для немцев это очень важно, потому что графика, гравированное изображение, которое тиражируется, распространяется, оно способно воздействовать на зрителя. Вот этот момент, так сказать, воздействия, просвещения важен был всегда в немецкой культуре, и в этом смысле наша традиция как бы ближе получается к этой немецкой, чем к итальянской, свободной такой. Так вот, Дюрер, который уже, ну, в общем, очень в ранней молодости заявил о себе как продолжатель коренной почвенной немецкой традиции, у себя в Нюрнберге встретился с гастролером таким, венецианцем, венецианским художником Якопо де Барбари, ну, который, это же итальянцы, понимаете, так сказать, результаты своего труда, ремесла, вот они с легкостью демонстрировали, как потом в 18 веке к нам приезжали итальянские архитекторы и художники, поражая вот этой легкостью и маэстрией, с которой они строили дворцы, расписывали их. Вот такой был этот Якопо де Барбари, в общем, ну, так сказать, рядовой по итальянским меркам. Дюрер был уверен, что вот этот хитрый итальяшка, и тот ему, видимо, морочил голову, знает какой-то секрет, какие-то вот секреты, как это сделать, как вот, как добиться вот этой фантастической легкости и естественности, которая свойственна была, ну, венецианцам великим. И настолько был увлечен этим, до последнего верил, в записках об этом писал, но в Италию ведь поехал, он же два раза ездил в Италию, в Венецию, да, пытался соревноваться с венецианскими мастерами и делал работы,
портреты венецианок, например, когда на них смотришь сегодня, ну, понимаешь, что он испытывал влияние этой венецианской традиции, но когда смотришь на этих светловолосых как бы венецианок, ну, видятся, конечно, немки. Поразительно. Вот такая поразительная деталь, связанная с, этой постоя... с этим постоянным... Это вообще вот для культуры очень так важно. Ни одна культура не бывает такой в чистоте, знаете, существует. Ну, может быть, итальянская. Хотя итальянцы ведь страшно, просто как дети способны увлекаться чуждым им искусством. Рембрандтом, например, ну, это боготворят. Гойя. На моей памяти, помнится, был вот просто знакомый этот художник, архитектор итальянский такой. Я вдруг выяснил, что у него целый круг поклонников, и он в том числе танки собирает, тибетские вот эти иконы. Выставки устраивают в частных галереях, коллекционируют, хвастался у себя дома. И когда я просто сказал, что у нас вот есть бурятские такие, да, это же, в общем, и даже какую-то одну ему подарил, это что-то было невероятное. Я просто думаю, ну где вот, где это тибетское, законы тибетского искусства, итальянского, да? Но это увлечение, оно никак не за... у итальянцев, оно никак не затрагивает их коренные принципы, их искусства. Все остальные европейские нации, культуры как бы не могли противостоять вот этим влияниям итальянским. Наоборот, пытались лавировать между, собственно, вот своими традициями, но особенно такими яркими, почвенными, какие были в Германии, и вот этой жаждой подражать итальянцам. И таких примеров вот такого искусства много. Это вот для заставки, для начала нашего разговора о собственной немецкой традиции, мы, конечно, об этом будем говорить, да, вот я вначале вот в такое как бы предуведомление, что ли, вот таким и музыкальным, и немножечко визуальным, мы перекидываем мостик к нашему герою наших предыдущих разговоров, к Италии. И уже я упомянул вот этого Фридриха, императора, и ведь при его дворе, который был очень космополитичен, были и немцы, и арабы, и итальянцы, собственно, сицилийцы, и норманны, и он такой вот, как бы это космополитический двор такой был. Но при этом, и он одним из первых ведь начал увлекаться античной традицией, раскапывая, да, и ему приносили вот эти археологические античные памятники, которые были у него во дворце. И в его постройках как раз вот это есть, это соединение разных стилей. Но памятником таким его пребывания, вот вообще немецкого духа на территории Италии, ведь остался этот памятник в Апулии, знаменитый замок Кастельдельмонте. Итальянской земле, мы не знаем, какими мастерами сделано, да, наверняка и итальянцы, но по духу, по вот этой геометрии, по тщательному расчету, по всей этой композиции, да, вот такой восьмиугольный, каждому из углу этого вот восьмиугольника, да, приставлена круглая башня, все симметрично. Во всем видна вот эта попытка освоить традиции классической античной итальянской структуры, но все сухо, все жестко, все математически высчитано. Вот этой тайны никогда не могли понять, ну, Гёте, наверное, приблизился, да, вот что, за, что эта симметрия в итальянском понимании, она всегда естественна, она органична, она не высчитана, она как бы вот дана, да? Но это наследство античности, мы об этом говорили, у немцев никогда не получалось. Всегда.
сложные были такие отношения, взаимоотношения между итальянскими свободными городами. Италия долгое время, до 19 века, оставалась необъединенной, и германцы этим пользовались. И такие были очень сложные отношения и у владителей этих итальянских городов, сложные отношения и с римским папой, и с германским императором. Далеко не все были защитниками, так сказать, национальной традиции. Мы вспомним Данте, который был приверженцем власти немецкого императора, как раз внука Фридриха II, и противником власти папы. И за это был изгнан, как мы знаем, из Флоренции и никогда в нее не вернулся. Так что вот эти в истории не только Германии, но и Италии эта тема взаимоотношения и противоборства двух этих культур, таких различных, итальянской и германской, она существует.